столько нужно будет перейти. Я только подъехал, поэтому не успел. Ну а пока не успел, скажем так. Да, ну, ожидаемо, что сейчас Сангар так на старте достаточно уверен себя чувствует. Вообще, ну, логично, что сейчас будут пытаться периметр атаковать, тем более, что 4 игрока на площадке сейчас находящихся, будет смотреться, но на старте не очень заходит. Патин решает с периметра попробовать. Селезнев, ну вот эта проблема, вот подборы, здорово, тут Латипов на перехвате и быстрый фастбрейк, мгновенный, я даже так сказал, одну передачу практически. Латипов, хороший скидка на Селезнева. Патин, ну да, затерзали вот эту вот зону вокруг 3 секунд. Пока вот это вот неуверенное завершение. Ну вот с третьего захода получилось. Арасланов, Галькевич свою пару сыграли. Вейк Фореста, Патин сам решил завершать этот проход. Ну и Селезнев средний отскок забирает. Никто не выходит. Вся пятерка пока. Сейчас Коваленко персональный. Отправляется он сразу на скамейку вместе с Селезневым. На Зарубина. Сразу Арасланова обратно. Арасланов классно раскидали. Вот сейчас прям классно раскидали. И Загдай великолепно завершает эту раскидку. Хорошая широкая раскидка. Побежал Арасланов. Еще и с фолом. Патин. Бунулу отправляет трешку. Сейчас в этом броске не хватило. И сразу же быстрый отрыв. Патин уверенно. Несмотря на то, что бросок уверенней, мог бы сразу бросать с получения, и там было бы все проще. Латип, классная остановка. И те, и другие отмечаются на старте с такими атаками. Галькевич из-под кольца. Хорошая связочка сработает. 15-25. Горох решает флоутером завершать и мягко мяч принимать. И решили по-хитрому разыграть комбинацию игроки Фореста через штрафной. Ну здорово в защите. Галькевич сейчас просто поддушил, заставил ошибиться. В угол отдавать передачу. Арасланов разрез, попытался в лицевую залететь и скинуть. Зацепило там руки и ноги защищающих игроков Сангар. Просто будет доходить мяч. И здесь потеря от Селезнева. Загдай снова на острие атаки уже у команды. И полетела с периметра попытка трехочков. Горох на подборе. Много позволяет Wake Forest подбирать на своем щите. И здесь уже поменяв Патая. Второй момент, в котором Загдай просто здорово, очень красиво разбирается защита. Еще бы получалось забивать. Ну а вот сам такой смена ротации. Галькевич явно еще находится под неким влиянием болезни. Но здесь вот быстрый метр. Степан совсем не точно. Селезнев на скорости. Галькевич Владислав вот сопроводил. 3 в 3 в принципе в защите, но не выходит вот к этому случиться. Селезнев, закрывая лицевую, палит все-таки на Арасланове. Ну а тут отличная, опять-таки, короче, Арасланов лицевую. Ну вот Марат продолжает у нас в скидке искать партнера. Здорово, грубо говоря, где-то 4 атаки, 3 из которых заканчиваются бросками с периметра. Здесь Латипов, очень здорово, очередной перехват, очередные в итоге не дают Сангарду сейчас набирать очки. 2-0 по-прежнему по счету третьей четверти. А вот и Галькевич из угла. Егор отмечает, что там Галькевич ногой зацепил мяч. Но вот с этой позиции не было заметно, задел ли мяч Егор. Именно ногу. 2. И теперь нужно придумывать как-то в защите немножко поупираться Wake Forest'у. Латипов опаздывает к нему явно Буну. Заднюю душку сам. Дальний отскок попытался сейчас Марат вернуть. Но Селезнев с Латиповым все-таки сохраняют себе владение. И Селезнев просто все действия соперника. Очень много вот таких вот зацепов, перехватов. А Селезнев продолжает поливать. Ну, пока да. Проблем вообще никаких. Абсолютно коллективу не приносит. Хорошее опять движение по периметру. Здорово Галькевич на фейке. Ну вот, говорю, что когда Егор себя чувствует очень хорошо,
хорошо, то даже независимо, большой, габаритный, там вот Селезнев очень мощно выглядит на фоне. Тем не менее, Егор находит возможность совсем некому. Совсем некому. Получает еще одну трешку. Абсолютно свободный бросок. Загдай. Влево-вправо. Загдай. С него в сегодняшнем матче. Ну а здесь быстрый очередной вход от Латипова. И опять как-то Форест совсем фактически разыграли. Не попадает Владислав Галькевич. Но сам забирает под своего промаха. Егор против против Селезнева. И что ждать от них? Ну а Арасланов сейчас в недодачу немножко отдает, Зарубин не вылавливает эту передачу, Селезнев заканчивает тем, что Галькевич Владислав забирает этот мяч и отдает сразу же фактически Латипову. Да, тот хват от Латипова, что творит, это уже девятый получается, и наброс аккуратненький, очередная передача. В общем, сегодня убивает. Степан хорошо защищался. Галькевич, классная от Арасланова передача. Влад, аккурат. С учетом того, что не самый такой бодрый матч проводит. Галькевич, Влад, тем временем забирает промах Галькевича на штрафе. Леха полетела. Нет. Так, подожди. А, еще одна передача осталась. Три. Здорово. Владислав Галькевич в защите. Загдай. Спиной попытался. Ох как. Сказал, в одну сторону за шагом развернулся. Со средним, с отклонением забивает Никита. Горохов с Миренков уже легкие очки забивает. Горохов на скорости. Залетел под кольцо, не дотянул. Латипов, да, уже просто какое-то издевательство, мягко говоря. Корректней отправлять. Арасланов тоже немало сегодня перехват, кстати говоря, наоформлял. Может быть, не так много, как Латипов, но перехвата, в общем, ну, хорош во всем, кроме забитых очков. Миренков задавил. Опять Загдаю. Никита будет бросать, нет, решил переводить. Ну и Галькевичу нужно завершать. Время на атаку заканчивается.